Eu sou mágico assassino. Melhor não contar com azar. As cartas do seu destino. E o seu destino é lá. Manipulação. Sua chance então. Здравствуйте, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами кто сегодня? Ну вот тот самый, Влад, это мой никнейм, Икпорт, и сегодня у меня заказ от Анимезик. Привет, дружище, ну привет, как там настроение? Здесь все хорошо, здесь все замечательно, и давай прочитаем, что ты мне пишешь. Рэп от Энигма, это мы знаем, мы помним, что слушали-то это относительно это недавно, да, это просто это невероятная работа была от этого молодого человека, который делает невероятные, так сказать, да, треки, и просто он мастер на все руки. Рэп от Энигмы про Хисоку из Хантер из Хантер. Воительница Хархата, не знаю, здесь или нет, но у меня вот он есть. Вот он, Хисошка. Хисошка, он всегда у меня здесь на столе с вот этой вот лежит, да. Вот он, Хисошенька, Хисошка. Вот это про него, да, работа. Лё какой. Блин, нифига не видно. Окей, это про него работа, ну ладно, он с главным гостем будет. И тут, и там, и везде, и сям, пусть будет, пусть будет. Вот так вот аккуратно ставим, пусть вот стоит здесь и чилит, смотрит. Так вот. О, так вот он здесь. Да, Кантер, и также короткая нарезка с аниме про него. О, еще и нарезка. Не знаю, посмотрим, в один ролик сделаем или нет, но может быть нет, а может да. Так, копирую ссылку. Хобане. Ой-ой, подожди, куда спешим-то? Я подписан, лайк поставил. 90! Лайков, между прочим, у прекрасного Энигма. Блин, ну это просто невероятный челядь. Это просто невероятный. Я знаю, что он потрясающий, потому что вот та работа, которую я слышал вот до этого, это вообще что-то с чем-то. Ну что, 4 минуты 42 секунды. Посмотрим, сможем ли мы с первого раза посмотреть. Я знаю его, так сказать, мотивы, напоры и уже его, вот та песенка, которая была, да, она уже у меня в плейлисте, кстати, и... Я просто под нее вот так, это просто пау, вау, шарил, просто там такие моменты, ну, ребята, ну, кто не видел мою реакцию на Энигму из One Piece, там, персонаж потрясающий, просто невероятный, переходите на канал и смотрите эту реакцию, вау, ну, теперь у нас Энигма, Магио Ассасино, Хисока, Хантер x Хантер Энигма. Все. Давай насладимся, попробуем с первого раза, значит, без стопов, если получится, да, потому что я уверен, что какие-то невероятные моменты, скорее всего, будут. Они будут, это Энигма, блядь, это Энигма. Само собой, они будут, все. Без стопов попробуем, но не обещаю, честное слово. Хочу, но мне кажется, что-то сейчас будет. Ну что ж, let's go, цирк нас встречает, клоуны уехали, я остался, поехали. Да, посмотри, Энигма, ну красиво. Foi nesse local de aperfeiçoei meu talento. A destruição e o qual sempre flertou comigo. Impossível de conter o que guarda aqui dentro. Ai! Какая охуенная картинка, просто, бля! Вы что, серьезно, что ли? Посмотри на эту картинку, это разъеб какой-то, блядь, разъеб, какой разгончик. Вау, ну здесь что, не стоп-кадр, то шедевр будет, блин, я просто в ахуе! А на калиточное можно вырубать Икпорта, потому что как мы это будем смотреть, это невозможно. Ай-яй-яй-яй-яй, что ты делаешь? Блин, ну этот молодой человек умеет явно вайб давать. Ну, ребят, этого у него не отнять. И посмотри на эти цвета, блин. Вот любой стоп-кадр, это уже на аватарке можно ставить, на рабочий стола. Да это украшение обоев, может быть, ваших. Ошалеть. Окей, ладно, попытаемся. Foi nesse local de aperfeiçoei meu talento. A destruição e o qual sempre flertou comigo. Impossível de conter o que guarda aqui dentro. Assim como a do meu mestre, minha maldade se libertou. Matando ele, eu vejo a beleza existente na ilusão. Dirige transmutação, além da transformação. Eu nem se transformo em meu nome é de bandigão. Tome cuidado, as barrar em alguém. Sem pedir desculpas e virar as costas. Você vai ver muito.
vencer. Treine seu poder, a desafio, vença nesse andar. E eu aceito seu desafio. Desfira o primeiro golpe, castra aqui meu braço. Tudo faz parte do meu plano, eu posso prever. Deixa eu brilhar pelo talento, mas revolução, talento. Chego sua hora de morrer. Bate sua habilidade, como sempre me encanta. Oh, meu nem de borracha, sai de novo. O meu fraco coração bater. Pra eu estar de volta, só existe uma razão. Esse meu nem me guia pra fazer essa missão. Minha trupe em agonia, meu sangue agonizará. Corpo pichonado, morrerão na minha mão. Eu sou mágico assassino. Melhor não contar com a sorte. As cartas do seu destino. E o seu destino é a morte. Manipulação. Sua chance então. Foca. Minha apresentação. Esse é o circo do choco. Мне кажется, это больше, чем рэп, бля. Это больше, чем рэп про хисошку. Мне кажется, это просто разнос какой-то абсолютно всего. Ну вы чего? Ну куда? Ну это вообще законно нет такое дело. Это просто уничтожение. Короче, я понял, Энигма это вообще какой-то профессор, да? Профессор в этой игре. Ну посмотри, он просто что делает, а? Ну посмотри, ну что это? Ну что, это законно? Проработка кадров, вот, проработка кадров, вот, она просто на каком-то, я не знаю, я, конечно, много чего не видел, потому что я просто здесь, я летал, я не слушал, я летал. Во-вторых, музыка. Да, блять, это просто какие-то птицы с ангельского разлива спустились ко мне в ушки и только что мне напели, вот, примерно то, что я ощутил сейчас. Музыка идеальным образом подходит под тренировки, под гулянки, под веселуху, вот под это все еще просто. Что хочу сказать? Hunter x Hunter, походу, какое-то гениальное аниме. Посмотри, вот эти кадры. Вот и все. И вот эти кадры, вот видишь эти кадры? Что в этом аниме происходит вообще? Понимаешь? Что там происходит? Это же просто разъеб какой-то. Что в этом аниме? Закажите мне одну серию, хочу глянуть. Это просто какой-то разъеб. Hunter x Hunter, что это такое? Там столько персонажей, нам здесь продемонстрировали кучу миллиардов, бля, мальчики, девочки, клоуны, блядь, амбассадоры, блядь, клоуны. Я не знаю, кто это такие, не знаю, что это такие. А составляющая произведения каково, а? Ладно, аниме-кадры, хорошо, там есть такое, это произведение искусства. Это вообще одно огромное искусство перед нами сейчас произошло. Но посмотрите проработку самого визуалки. То есть, вот это все текст наложен, это все ручная, блядская работа, понимаешь? Ручная работа, ручная! Вообще, прикиньте, как это было сложно сделать. Блядь, второй трек Энигмы, второй разъем. А как еще и как иначе? Вот по-другому-то, в принципе-то, и невозможно. Вы видите вот это, вы же понимаете, что это просто ультра-уровень. Как лучше этого сделать? Да никак, блядь, лучше этого не сделать. Очень сложно сделать это. Но очень качественно тот, кто это сделал, получилось это сделать. Я в вакууе. Мне кажется, здесь
Ладно, я тупорылый индюк, не понимаю по смыслу здесь, да? Но вы-то, друзья, вы все прекрасно понимаете, да? Вы знаете этого хисложку, вы знаете, почему нам показывают кадры именно с этими тянками. Значит, они какие-то значимые, значит, они играли какую-то определенную роль в этом. Вот он бежит, куда-то нападает, он смотрит на него, значит, это не просто так драка была. Что-то их связывает, как-то это связывает, из-за чего-то они дерутся. Может быть, из-за девочек, может быть, из-за мальчиков. Дома, здания, улицы, разнос абсолютно всего. Здесь явно огроменный смысл. Смысл, так сказать, присутствует. Я более чем уверен. И раскрыл он этого персонажа Хисошку, я уверен, на все триллиардов, сотен миллиардов процентов. По-другому, ну, не может быть. Воительница Архата, ты как амбассадор вот этого вот Хисошки, и перед тобой он на экране действует. Вот он. Красиво это было или нет? Расскажи, вот ты по-любому услышала эту песню, да? Ты по-любому знаешь. Ребята, напишите, вот вы все. Те, кто знаком с Хантер из Хантер, с Хисошкой, знаком с вот этим аниме, да, напишите, грамотно сделан трек или нет. Мне кажется, это просто разъеб. Мне кажется, все по фактам. Мне кажется, все абсолютно верно. Мне кажется, какие-то милейшие оттенки, отсылки подчеркнуты здесь. Мне кажется, это все здесь присутствует. Вот абсолютно все, что можно было здесь ставить, он, мне кажется, это вставил. Ну, ребят, ну а по-другому, в принципе, не может. Посмотрите на эти визуальные составляющие. Здесь что ни кадр, то шедевр. Реально, любой возьми, любой. Это аватарка куда хочешь. Можешь даже распечатать себе на обои и поклеить на обои вот так вот, круговую сделать. Налево посмотришь, тут с картами, направо посмотришь, там еще кто-то. Тут, блин, там звезды, там глаза, там огонь. Что за огонь, а не клип? Это просто, знаешь, сгусток невероятной энергии только что нам дали. Сгусток просто разъебище какого-то. Вот и все. Этот трек рубаешь и уносишься куда-то в другие измерения. По-другому это смотреть невозможно. Я хочу еще раз ощутить эту атмосферу, я не знаю. Я хочу фульно посмотреть эту работу еще раз. Потому что это какая-то просто зубодробительная атмосфера. Зубодробительная атмосфера. И напишите, Энигма это реально топ из топов. Это один из лучших, да, я так понимаю, вообще индустрии аниме-рэперов. То есть вот это, я так понимаю, вообще вышка. Ультрас. Ультрас, бляха-муха. Да? 5 баллов из 5. Вот это, да, я так понимаю. Оно того стоит. Так, я еще раз хочу, без топа, что это разъебка, это хочу просто насладиться этой всей красотой, это просто вот... Я знаю, что вы Хантер из Хантер, но в этой работе так гребаным, чертовым, шикарнейшим образом подчеркнута вся красота этого аниме, что просто как бы тапки дымятся автоматически, самолет нахуй сел и взлетел обратно. Настолько это эмоционально разъебывает. Не знаю, водительница, пиши свои эмоции по поводу этой работы. Ну, ребят, ну напишите, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, он попал? То есть, если переводить эту песню, он везде попадает, он все по смыслу дает, или он больше от себятины дает? То есть, самого себя, да, я видел там? Энигма где-то было, да, но он подчеркивал, что это мое творение, да, мое творчество, я это создал, сука, понимаете? Я это создал, наслаждайтесь мной, блядь. Впитывайте эту атмосферу, да, он, так сказать, отсылку дал. Ну, а так-то, по фактам, наверное, говорилось про Хисошку, насколько он эмоционален, насколько он силен, насколько он стратегически грамотно развит, да, скорее всего, что-то вот про это шло, да. Могу ошибаться, но все же, напиши в комментариях, это будет интересно узнать. Сэмери Ф. Значит, кто-то еще погиб, походу, не знаю, кому-то респектуют. Короче, слушаем еще раз. Слушаем. Вот, кстати, да. Вот эта работа мы слушаем. Ай. Ну, там 7 минут работа была, извини меня. Там просто удовольствие. Здесь поменьше, но энергии-то, может быть, дальше и побольше дано. Здесь, конечно, все зависит от того, кем вы фанатом являетесь. Хантер из Хантер или Ван Писа, извините меня. Две параллельные вселенные. И люди, наверное, могут часами спорить, какое аниме лучше, а или хуже будет. Короче, еще раз слушаю, потому что этот разъеб я хочу ощутить еще раз. А потом со сопами будем. Я не знаю, это уничтожение. Я думаю, никто не будет против слушать этот шедевр, еще сотни, миллионы, тысяч миллиардов, квадрициллионов раз, я и не сомневаюсь в этом, если честно. Поехали. Ну, Энигма, ну что могу сказать, ну просто разъеб, звездочка невероятного порядка, ну в аниме-рэпе, ну не знаю, кто ему равный, я не знаю, кто такие таких людей. Он, во-первых, клипы, да, просто, это не клипы, это разъеб какой-то, да, это вам не просто вставить нарезочку, да, и хоп-хоп, нет, здесь еще и проработка над клипом, да, короче, что вы, все и так понимаете прекрасно, уровень запредельный, это вышка, я не знаю, где этот человек живет, но он невероятно трудоспособен, или у него команда ебаный, брод, просто невероятный, а создает он треки шикарные, есть ли у него треки, не связанные с аниме-рэпом, мне будет это интересно узнать, потому что
Такому человеку явно есть что сказать и не в аниме-индустрии. Я думаю, если у него есть такие работы, то они тоже, знаете ли, не лыком шитые. Окей, начинаем с цирка. Поехали. Поехали. Ну, блин, если честно, вот этот вот Хисошка, несмотря на то, что похож на клоуна, ну, блядь, вы чё, гоните, что ли? Вы посмотрите на его способности, посмотрите, насколько он там силен. Я боюсь представить, на что он способен, если честно. Окей, еще раз, без стопов. Это фулл атмосфера. Seco foi nesse lugar de aperfeiçoei meu talento. A destruição e o qual sempre flertou comigo. É possível de conter o que guarda aqui dentro. Se incomoda meu mestre, minha maldade se libertou. Matando ele eu vejo a beleza existente na ilusão. Eres de transmutação, nem da transformação. Pena se transforma em dom, meu nome é de bandigão. Tome cuidado a esbarrar em alguém. Sem pedir desculpas e virar as costas. Você vai ver muito bem. Seus braços virando pétalas de rosa. Talento que poucos têm. Que tal eu brincar te examinar por hora? Vocês passariam agora. Garota, adoro sua expressão. Mas eu sei o que me controlou. Que é fruto sem evolução. São os que dão mais prazer em provar. Devolve ao soco. Venda, pois o garoto. Eu vou ver você crescer até a hora de te matar. Não faça, eu posso te matar. Denifique mais forte. Tem-lhe seu poder, desafio. Pensa nesse andar. E eu aceito seu desafio. Desfirou o primeiro corpo, castra. Arranquei meu braço. Tudo faz parte do meu plano, eu posso prever. Chega pelo talento, mas revolu seu talento. Chegou sua hora de morrer. Bati sua habilidade. Como sempre me encanta. Marcado o número 4. Meu avanço, aranha. Então vou de novo, venha me enfrentar. Mas eu sinto vontade, só faz necessitar. Oh, meu nem de borracha, assa de novo. O meu fraco coração bater. Pra eu estar de volta, só existe uma razão. Esse meu nem me guia pra fazer essa missão. Minha trupe em agonia, meu sangue agonizará. Como com o pichão na morrerão na minha mão. Eu sou mágico assassino. Melhor não contar com a sorte. As cartas do seu destino. E o seu destino é a manipulação. Sua chance então. Foca na apresentação. Esse é o circo do choque. Circo de soca. Senhoras
Вызывайте катафалк, меня надо увозить после этого. Вы что, серьезно, что ли? Ну, я не знаю. Я просто вот думал во время тренировки, где мне влетать, и понял, что везде можно влетать. Вот настолько это идеальный трек. Ху-ху-ху! Я не знаю, это вот это удовольствие. Вот это вот, да. Не, это плейлист, это залетает однозначно. Жестко, жестко, бляха-муха. Я не знаю, я по смыслу вообще не знаю. Но это так клево звучит. Я не знаю. Давайте со стопчиками сейчас поразмышляем, потупим, да настроение вам поднимем. Окей. Хорошо. Анимазик, спасибо за... Тут такие качества есть, но мой компьютерик не позволяет смотреть в самых высших качествах. Увы, ах. Но тут есть 4К, друзья мои. Блин, потрясающий контент. Окей, окей, все, со стопами, поехали. Так, ну вот, цирк Энигмы, встречайте. Произведение искусств сейчас будет перед нашими экранами на сцене происходить, и Энигма нам устроит, да? И, кстати, мы сейчас туда влетаем, значит, наверное, в Hunter x Hunter какое-то действие происходит именно в этом цирке. Не зря же его сюда, так сказать, вставили. Не просто так. Или это цирк ассоциация с Хисошкой каким-то образом, они там взаимосвязаны, может быть. Ну, короче, как-то так, да, короче, как-то так. Хисошка и похож на циркача, но он явно очень серьезный дядя. И серьезный персонаж, само собой. Окей. А, кстати, субтитры. Сейчас посмотрим. Ну, очень красивая детализация на каком-то левел-классе. Ну, вот потихоньку туда заходим, видишь? Какая-то рука туда еще пронзиновая. Так, субтитры имеются или нет? Не, они есть, но они на английском. Блин, но они так красиво сделаны. Посмотри, тут фиолетовый цвет. О, ультимативочка, блин. Как это обалденно звучит на тех, кто слушает свой родной язык. Это же просто типа разъеб. Ну, прикинь, вы вот это вот все понимаете, да? Не с переводчиками, не с субтитрами, а вот сами все понимаете. Это же просто типа левел класс. Я не знаю, окей. Ну, здесь, наверное, говорится о том, что я прихожу на этот остров и, не знаю, играю с вами, как, не знаю, дрессировщик, не знаю, вот этот циркач какой-то, да, я вас просто, типа, разношу туда-сюда, вот так вот, да, то есть что-то а-ля такое, да, не знаю, но сейчас вот атмосфера такая, что как будто бы он просто начинает, да, сразу сходу к планку ставит высочайшую, да, обычно, ну, скорострелочку урубает чуть ближе к концу, да, чтобы, так сказать, ну, так начинает спокойно, мелодично, прям, и просто мы такой разъеб, да, а здесь с самого начала он решил просто нашу голову, так сказать, снести, да, окей. Да, здесь, наверное, говорится, вы можете меня считать клоуном, но я ни хрена не клоун, да, что-то типа такого, смотри, рисует, да. Ай, хорошо как, ну, красиво. Здесь прям показано, насколько он хороший, красив этот Хисошка ваш, да, эх, карточник, блин, а, хорош, хорош. Подмигнул красиво. Очень клёво улёт, да, пау, просто пяу. И здесь по частям, как бы, этот, разделено. Скорее всего, это очень значимые вещи, друзья мои, очень значимые. Костас, не знаю, что обозначает. Вот это вот или способность Хисошки, да, потому что он как бы сюда походу пришел, и вот здесь вот это вот происходит. Это уже кадры из аниме, понимаешь? Это уже кадры из аниме. Да, посмотри, вот эта улыбка здесь ключевое значение имеет. Я подумал, что может быть он как-то сопротивляется, но нет. Вот здесь вот был кадр, 44, кстати, значимый, наверное, какой-то номер. Вот, он кайфует от этого, ему нравится, когда кто-то страдает, да, посмотри, он делает так, что волшебство его воплоти появляется, да, он а-ля волшебник какой-то, да, смотри, пришел в этот аттракцион счастья и своих оппонентов, может быть, ужасных, плохих, ну, просто таких ничтожных, конченых мразей, которые не заслуживают существования, которые натворили очень ужасных вещей, проучивает так, что просто лишает рук. И улыбается от этого, потому что он, кстати, делает добро. А может быть, он, наверное, это злой персонаж. Кто его знает? Может, он злодей вообще, чертов, да, я ж не знаю. Но выглядит, конечно, мило. Посмотри на его грим такой, а? Нормально. Ля, че умеет.
Все его побаивают, смотри, на взгляды видишь людей, они его боятся. Они боятся, есть за что бояться, смотри, что он делает. Ну понятно, отсылка на то, что его не остановить, очень-очень-очень быстро он. Эти пытаются бесполезно. Интересно, этот взгляд был после того, как мальчика он увидел. Может быть, он отсылка к тому, что он ради этого мальчика готов нахуй сожрать всех, я не знаю, да, уничтожить каждого, кто посмел, так сказать, порыпаться, не знаю. Нет, нет, он не за мальчика, он этого мальчика швырнул так, что он, видишь, какими там квадроциллионными фирмансами полетел, вообще просто жесть. А мальчик это тоже основа Хантера, я точно помню. Ну здесь, наверное, идет речь, да, видишь, чуть-чуть сменилась музыка, да, атмосфера такая более мелодичная, да, началась. И здесь были такие моменты, что... все пытаются с невероятной, так сказать, ну, все очень потеют, чтобы его одолеть, но, походу, ни у кого не получается. А он просто на спокойнике стоит, сидит и ждет, пока вы что-то можете так продемонстрировать, да. Но ни хрена ни у кого не получается. Настолько он уверен в себе, силен и так далее. А чтоб с ним на равных соперничать, да, другим надо очень жестко напрягаться. Но это бесполезно, потому что он... Наверное, имба этого аниме. Потому что посмотрите, как с какой агрессией там мальчик и еще кто-то бежит на него прям. А этот просто сидит на ножках ровно и не беспокоится абсолютно. Даже позволяет себе улыбаться в неких моментах. Ты вообще прикинь, да? Интересно, за что они его так ненавидят? Может быть, он реально плохой персонаж? Видишь, вот они на него прям рвутся. Припев разъеб сразу, скажу. Припев разъеб сразу. Но здесь в этом припеве явно есть какая-то очень-очень значимая вещь, которая, наверное, и отделяет Хисока от других персонажей. Чем он выделяется? В этом припеве я более уверен, чем уверен, какая-то невероятная энергия. Вот Джокер, здравствуйте, походу его карта. С разных сторон продемонстрировали нашего персонажа Хисоку. И знаешь, что могу сказать? Со всех сторон он красавец. Со всех сторон он очень хорош. А вот эта улыбка, конечно... Стоит еще заметить то, что у него постоянно меняются глаза. То они красные, то они желтые, то они фиолетовые, то они розовые, то они еще какие-либо цветов, да. То есть, все зависит от настроения, от внутреннего его я, да, наверное. Как сегодня выйду на улицу, так оно и будет. Меня хрен остановите, сука. Хоть застанавливайтесь, не остановите, я имбище. Ну, у него способность какая-то с картами, это явно. Он, наверное, это, кстати, играющий, картами играет как-то. Но там жуткие кадры, если честно, были, мы еще дойдем до них. Вот, и когда нет припева, начинаются уже смысловые прям подноготные. Здесь прям уже четко пошло. Смотри, серьезный Хисошка не улыбается. Внимательно кого-то выслушивает, да? Очень странно. Обычно он, так сказать, смеется и улыбается, а здесь внимательно слушает кого-то. Ну, это знакомые люди. Ну, здесь что-то, я не знаю, здесь сложно. Ну, я так понимаю, вот этот вот зеленый, да, один из главных персонажей Хантер из Хантер, самый главный оппонент его, потому что уже много где демонстрировали ярость и злость, которую он несется к Хисошке. То есть он главный его оппонент, к примеру, да? Затычка, как говорится, в бочке какой-то, да. То есть он не останавливается, он хочет Хисоку порубить и на лопатки положить, но ни хрена не получается, уж больно он силен, да.
Ай, ну это охуенно. Ну, не знаю, как говорить еще. Здесь такой переход охрененный. Посмотри, он здесь начинает улыбаться, подмигивает, и после этого просто Энигма влетает с таким влетом, что, бля, я не знаю. И после этого нам демонстрируются вот эти кадры. Ай, фидеть. Этот просто в шоке говорит, ни хрена себе, не авкарты только что прилетели. Валеты, восьмерка, червевые, просто я охренел. Реально. Интересно, кто эта девочка для него? Ну-ка. Ну, смотри, он рядом с ней находится, девочка вроде не боится. Взгляд, как будто бы наоборот, за ним стоит за спиной. А он как будто бы, не знаю, может быть, с ней сражается с кем-то. Может быть, может быть. Показаны невероятные кадры. Смотрите, что стоит отметить. Даже если он, сука, пораненный, даже если вы каким-то чудом смогли достать его, да? Ну, достать его. Ну, смогли, вот так чуть-чуть поранили. Да, бывает, синячки украшают, и, кстати, хисошка только, да. Ну, все равно, ну, побок. Он все равно улыбается. Ну, че ты меня тронул, что ли? Да я сам тебя трону сейчас в ответ, да? То есть, посмотри на эту улыбку. Ну, хитрющий такой, а. Знаете, все в шоке думают, ёлы-палы, ну что с ним поделать? Он, сука, непобедимый, неодолимый, я не знаю, да? Перформансы выдает на раз и два. Просто вот как эту сучку одолеть, да? Ну они так думают, я так не думаю, да? Мне кажется, они так думают. Хисошка, как он задолбал, ну грёбаный гений, а? По фактам. Вот это что за девочки сюда влетают? Значит, размерчик измеряют хисошки. А что за дама? Ты кто такая, девочка? Кто ты такая? Ну, посмотри, эта девочка была не просто так показана. Абсолютно не просто так показана была. Значит, она... заложника держит хисошку. Посмотри, да? Вот это вот я же вижу паутину. Да, она его держит в заложниках. Некой своей способностью. Но хисошке все равно нравится это. Его просто, не знаю, заманивает это. А, ты меня в цепи, так сказать, заковала. Ну, молодец. Ну, заковала и заковала. Давай пообщаемся с тобой, да? И вот они здесь общаются, она его пытает, да? Или что-то типа такого происходит. Или наоборот, она его лечит, пытается срастить ему руки. Я не понимаю. И вот там показана четверка в виде паука какого-то. Это явно какая-то огромнейшая ссылка на это аниме. Это явно что-то с чем-то. Кстати, у нее вид такой прикольный. Она с чем-то похожа с хисошкой, может, какая-то родня ему. Потому что вот эта прическа, да, тоже такие розовые цвета, фиолетовые оттенки. Что-то схожее есть. Может быть, они реально какие-то родственные души, не знаю. Видишь, она сшила ему руку, это прям видно было. Ну и здесь он опять на агрессии бежит. Он ты задолбал, говорит, я тебя все равно унижу, бля, хисошка, держись. Я, так сказать, зеленоволосый доберусь до тебя. Сюда, на стол мне его. Ха-ха. Не дождешься, хисошка так просто не сдастся. Не, ну махаться умеет, согласен, махаться умеет. Видел, как ногами размахивался сейчас, размахался точнее. Ля, просто махает, это вообще просто... На спокойнике, там что-то кто-то пытается, что-то потеет. Наш хисошка просто... блок. А, на реакцию иду, ай, увернусь. Ай, ножку об меня сломал. Ай, ну бывает, ну ничего страшного, нормально. Блин, четко вообще, ну блин, он не чувствует. Я теперь понимаю, почему воительница Архата очень любит эту персонажа, потому что до него даже не докинуться. Сука, его никак не одолеть. Воительница Архата из-за этого его любит, что просто недосягаемый он персонаж. Походу, его так никто не одолеет в этом аниме, да? Пытает, попыток много, но никакая не может реализоваться, абсолютно. Ну, типа, вообще просто. Бесконтактный бой, реально, под бесконтактный бой. Вроде что-то пытается, но вроде не дотягивается. Если даже дотягивается, так, ну, чуть синячки есть, он от этого улыбку дает. Он только испытывает удовольствие, оргазм от этого. Ну, что еще-то может сказать, да? Ну, и бляха-муха Хисока, ну, кто ты такой? Надо поболее про тебя прочитать. А вот сейчас неплохо-то попал, да, прям. Показалось, кот орет, но его никто не орал. Короче, сейчас дотянулся неплохо, да, хороший удар. Прошел. Значит, все-таки дотянуться можно, посмотри. Но, блин, лицо не выдает, что ему больно. Да, глазик прикрыл, но извините, в тебя кулак летит, естественно.
Но здесь явно смысл дохренища, потому что вот мы смотрим это все, да, как с визуальной составляющей, пытаемся догадаться. На самом деле здесь текст надо слушать, а это по тексту все очень хорошо. Со, экспрессо, че, шеи, де, вон, блин, ну, я тупой, не смогу, мне нужна ваша помощь, конечно же. Но здесь битва не на равных явно. Этот малыш, этот маленький зеленоволосый мальчик не является таким жестким оппонентом нашему человеку, потому что он его не чувствует. Да, он попал, рандомный удар, а так, но он улыбается в поединке с ним. Нет никакой... Он очень уверен в себе. Бывает такое, что уверенность подводит, это переводится в самоуверенность. Но я думаю, Хисошка просто он сверх такой массивный, сверхмассивный человек. Не знаю, откуда он взялся, не знаю, откуда он появился в Hunter x Hunter, но я думаю, он имбище. Может, самый лютый персонаж из Hunter x Hunter. Возможно, возможно. Вот у нас какая-то девочка новая взялась, да? Кшорло Гуаро зе Энфринтар. Типа, она сюда влетает и видит, что происходит. Может, и неприятно это видеть. Или какой-то опознавающий момент у нее на лбу. Ну, посмотрите на эту рисовку. Ну, ёб твою мать, ну, красиво. Город, значит, из Hunter x Hunter, кстати. Смотри, какой. Интересно, вот это вот что это? Что это за кадр? Как узнать, что это за кадр? Как понять, что это за кадр? Кто вот они друг другу? Кто они друг другу? Как вот это узнать? Не знаю. Интересно, сейчас кадры продемонстрирую. И также это все подбит, естественно, стоит подметить, да, вот. Оп. Одни глаза, потом другие. Может, какие-то братья. Али, может быть, главные оппоненты. Но не просто так же нам друг за другом их показали, да? Подбит. Не просто так. Не просто так. Ну, стоит отметить, что амбассадор черви. У него прям черви. Не пики, не еще кто-то, а черви. Он прям... Его карты это черви. То есть валет черви, восьмерка черви были продемонстрированы у нас. Он всегда с червями. Интересно. Ой-ой-ой, вот это вот надо акцента сделать на этом, друзья мои. Не просто так там кадр был интересно показан. Смотри. Очень интересно, но непонятно. Значит, есть две руки, Хисошки, походу, да. Напротив него стоит человек. Помнишь, Тянку видели? У него тоже опознавающий знак такой. Может быть, это какие-то коалиции, да? Коалиция у них там своя, альянс свой, не знаю, да? Вот этих знаков. Это, наверное, название даже у них какое-то есть. Луна с левой стороны, с правой стороны солнышко. Что бы это могло значить? Может быть, он видит так мир. С одной стороны, он добрый, хороший, пушистый и прекрасный, дает энергию шикарную. А с другой стороны, он ночная луна, которая, так сказать, хотя, ну бред. Ну бред же на самом деле. Нет. Здесь явно, так сказать, копать надо глубже. Не все так просто. А здесь прям уверенный взгляд. Слушай, подпотел. Поднапрягся чуть-чуть. Поднапрягся. Ну вот здесь вот, кстати, костюмчик. Здесь костюмчик, еще одна карта присутствует, само собой. Интересно, еще внешка так меняется? Наверное, так сказать, от ситуации. У него иногда одна внешка, иногда другая внешка. Интересно. Так, что здесь происходит? Смотри, кадр. Как будто бы он сражается на виду всех. То есть, смотри, сколько зрителей, и все, так сказать, смотрят, как он сражается, да? Интересное зрелище. Вот это вообще кадры какие-то пошли, да? Что это такое? Я вот вообще не могу понять это. Так, смотри, какие-то... Он отдыхает после боя, наверное, да? Ну, это вообще рисовка из манги, раноб, да, пошла, я так понимаю. Вот это вот именно кусок. И видишь, он, так сказать, даже под названием другим идет. Какая-то девочка маленькая стоит. Окей. Морир и знак вопрос. Значит, он просто задает вопрос. Морир, как ты так смогла? Морир, что ты наделала? Морир, почему ты меня предала, да? Или наоборот, там, он задает какой-то другой вопрос. Может быть. Нам показали два цвета, солнечный и цвет луны. И он лежал там. Не просто так нам это было продемонстрировано, однозначно. Умейнен де Борача. Ша-ша-ша.
держится вот так вот, то есть напряжен, так сказать, напряжен, но не сломлен. Сердце бьется, пока сердце бьется, я, наверное, буду наступать. Цвета, кстати, как раз вот в точь-точь такие же, смотри, не просто, опять же, в этом ролике нет ничего просто так. Вот, цвета один в один, как здесь. Ко мне отсылка, друзья мои. Enigma знал, что я буду смотреть, ко мне отсылку сделал, что у меня есть такой стикер, я его нашел. Вот, такие же один-один цвета, зеленые, фиолетовые, вот и все, вот. Доказательство, пруф, внимание, друзья, это я в шоке, я тоже в шоке, друзья мои, окей. На самом деле, сердце бьется, и я жив, окей. Вот это интересный кадр, да? Очень интересный кадр, очень значимый, я уверен в этом. Очень значимый. Вот это вот прям кадр, в нем прям, сука, чувствуется прям значимость. Это очень важная отсылка по-любому. Что бы это могло значить, я вообще в душе не знаю. Но это отсылка к нему, потому что, во-первых, у него на лице такая татуировочка имеется, да? Вот, собственно, да? И она меняет цветами, Что бы это могло значить, да? Я не знаю. Это очень сложно. Вот это прям жуть. Прикинь, у нас есть какой-то мужчина, который просто привязан к качели и привязаны ноги и руки, и это просто мучительная смерть. Что за издевательство, из-за чего это происходит? Не знаю. Реально сложно, если ты ничего не знаешь про Hunter x Hunter рассуждать здесь. Но я пытаюсь что-то, да. Я просто хочу вам настроение поднимать, друзья. Вы не думайте, что я там профессионал и так далее. Настроение пытаюсь вам поднимать, из-за этого вот и разговариваю, общаюсь с вами. Реакция, чистая реакция, чистые эмоции. Не, друзья мои, ну вот здесь вот прям отчетливо, да, даже в припеве, казалось бы, припев нам выделяет вот этот вот момент. Нам выделяет этот момент в прямом виде. То есть я более чем уверен, что скорее всего. Не знаю, может, глупо скажу, но мне это свойственно, так что неважно. Может быть, он мстит за этого персонажа, за то, что его не по справедливости наказали таким способом, ужасной смертью. И он мстит таким образом. Слушай, может быть. Почему нет? Может быть и так. Вполне допускаю такое. Потому что вот этот момент, вот отсюда, нам шла история вот про именно этот момент. Может быть, это брат его какой-то, я не знаю, да? Ну, не просто так нам демонстрировали вот это вот все. Вот это вот не просто так там было показано. Я не сомневаюсь в этом. Что это за часть? Это вот, вот эта часть самая больше всего вопросов вызывает. Что это было? Почему это? Это вот непонятно, друзья мои. Здесь мне нужна ваша помощь. Может быть, именно после этого, может быть, это он раньше был таким, и он после этого воскрес по-новому и стал тем, кем он стал, Хисошкой, которого мы видим сейчас. Вот какие эмоции есть, такие вам и говорю. На самом деле, здесь очень сложно. Но вот эта часть, она невероятно очень много вопросов вызывает. К другим тоже, естественно, вопросов дофига, но здесь прям очень непонятно. Ну, очень непонятно. Ну здесь как будто задается вопрос, ну почему, ну как так-то, ну что-то типа такого говорит Enigma мне. Вот, мой брат, что-то там как будто бы, или... Не знаю я. Ну тот кадр, мне кажется, вот здесь вот, да, прям по глазам было видно испуг. Вот этого человека, да, то есть. Я стою сзади тебя такой.
хрена себе, да. Прям видно испуг. Значит, что-то натворила. Или что-то сделал этот персонаж, который стоит здесь. А я уже стою около тебя. Я уже в зоне приближенности. Так что будь аккуратна. Будь аккуратна со мной. Я буду мстить за то, что вы натворили, да? Или как-то так. Но здесь, на самом деле, я говорю, смысловая подноготная данной работы настолько глубока, что мне просто надо так много рыть, чтобы все это узнать. Надеюсь, вы мне поможете. В комментариях жду ваши мысли. Давайте там смысловую нагрузку мне пояснялка. Мне, ну, очень, она мне пригодится, она мне очень нужна будет. Так, вот это интересный кадр, я пропустил. Что это? Внимательно. Темная улица. Где Хисошка? Я вот не понимаю, это Хисошка или тот Хисошка? Телефон падает, и он бежит туда, к нему. Ночь на дворе, да? Ну, хрен знает, на самом деле это неизвестно вообще. А что в руках? Что в руках? А в руках как будто бы чьи-то волосы или тряпка какая-то, не знаю. Да на Хисошку тоже похож. Сдалека вот еще непонятно, конечно. Вот здесь прям пошел тоже разрыв момент, часть поменялась, и здесь прям в заключение он прям орет, он прям говорит, да за что, да почему, да что, типа такой, он прям, он прям тоже орет, прям на агрессию здесь пошел, на агрессию Нигма здесь пошел, здесь тоже какое-то ключевое значение пошло, абсолютно. Кто ты, вот это вот, Хисошка был или что, вот кто, вот этот на Хисошку вообще не похож, волосы другие. Я не знаю, но тут просто или Хисошка к нему в лицо летит, да, просто размалывать за то, что он натворил плохих дел. Либо, я не знаю. Какие-то монстрики, это что это, кто это? Смотри, ужасные кадры. Либо это Хисошка такие вещи делает, да, с теми, кто ему в свое время навредил, сделал плохо. Либо что, мутации какие-то, посмотри, он... Я не знаю, он кричит, ему больно. Да, это Хисошка над делает. И вот там показывают отсылку, вот где-то здесь такой момент был, когда приходят эти, он просто им говорит, вы натворили делов, я лишь самообороняюсь, извините меня, что я сделал вам плохо, но у меня нет другого выбора, хавайте, у вас тоже нет выбора, все. Я не подступлюсь, я не буду отступать от своих, так сказать, убеждений и целей, вы сами в этом виноваты, и вот все. 3-8-4 у него сейчас на костюме было, к чему это? Интересный кадр. Очень интересный кадр. Посмотри, да? Несмотря на то, что рана... Это принципиальная рана. Вот эта рана жесткая. То есть, да, прям видно, что он настрадался, да? Это больно. И здесь тоже, да? Зашитый, подшитый. Но улыбается. Все равно улыбается. Я в шоке. Что вообще там происходит в этом аниме вашем? Там кто-то тянулся к его ноге или нет? Что это такое? Закончили слово Хисока. Не, это жирный вайб. Это жирный вайб. Это очень сильный вайб. Это вайб, который просто нас унес в какие-то другие метагалактики, вселенные. Куда угодно. Там в черную дыру нырнули вообще. Теперь точка невозврата есть. Короче, здесь, в этой работе, смысла очень много. Ребята, я, конечно, сам поищу, да? Сейчас после реакции пойду
напишу перевод песни вот этой, да, перевод и копировать вставить нажму. Ну, ребят, напишите вы, вот, вы являетесь поклонниками, вот, Hunter x Hunter. Может быть, вы не являетесь поклонником Хисошки, да, но Вейтиница является, да, это ее любимый персонаж. Вот, ребят, напишите, как вам вот вообще вот все, что вы вот здесь сейчас увидели? Как вам вот это вот произведение, ну, я вам говорю, это еще раз произведение искусства. Столько проделанной работы, уму непостижимо, реально. Мне кажется, здесь по смысловой вообще просто все хорошо. Здесь по смысловой все хорошо, но из-за того, что я глупый, я не могу догадаться до абсолютно всего. Но я думаю, здесь все раскрыто и все сделано настолько грациозно, что просто лебеди, которые плавают по прекрасному озеру где-нибудь в лесу, смотрятся так себе. Вот настолько это грациозно сделано, мне кажется так. По просмотрам что, друзья мои, здесь? 3 300 000, ну... Типичная ситуация для Enigma. Ну, просмотры 5 месяцев назад, кстати, относительно недавние. И такие просмотры. Вот кого, так сказать, YouTube продвигает. Вот такие работы он продвигает, да? Невероятно. Невероятно. Не, вот вторая работа его дает мне чисто правду об этом персонаже Enigma, об этом исполнителе. Каждая его работа — это невероятная проделанная работа. В каждую работу идет вклад невероятного палитра. Раскрытость персонажей удивляет, по-любому. Ну а визуальной составляющей мы и не будем говорить, это как бы вышка, это вышка. Но все же мне очень интересно, что здесь нам хотели продемонстрировать Хисошкой. Показать его невероятно злым персонажем, который может творить все что угодно, ему ничего не будет, потому что никто не может просто ему ничего сделать, да? Или же наоборот, показать то, что это он жертва и... Он страдает больше, чем все остальные, потому что с ним поступили в свое время не по справедливости. Вот это вот мне будет принципиально узнать. Так что пишите об этом. Мне это будет, это прям очень интересно будет узнать. Вид Хисошки, конечно, невероятный. Я его здесь на него смотрю, но это... Да. Ну это такая, конечно, вот... Я удивляюсь. Внешка прям вообще просто реально. Unbelievable, блять, я не знаю. Кайф. Наслаждение, удовольствие. Блин, ну Enigma хорош. Давайте аплодисменты Enigma. Красавец. Невероятная работа. Я просто очарован этим. Еще одна работа, которая залетает ко мне в плейлист. Легчайшим образом. Ребят, обнял каждого. Пишите, как мои эмоции. Попал ли я хоть где-то? Мне это будет интересно узнать. Анимезик, огромное спасибо за этот заказ. Надеюсь, я дал тебе эмоции. Пишите, как вам моя реакция. Реально будет очень интересно узнать. Больше всего будет интересно узнать, попал ли я хоть с чем-то. Ну а Enigma — это какой-то, не знаю, один из лучших, наверное, в аниме-рэпах, скорее всего, да. И с визуальной составляющей, и с составляющей музыки, которую он делает. Он творит шикарность. Но много больше вопросов, чем на самом деле ответов. Вот я в такой ситуации нахожусь. Чувствую себя реально, блин, каким-то вообще просто обездвиженным человечком, который не знает, как ходить, ему надо по-новому учиться, потому что все, что я здесь увидел, это прям неизвестность максимальная. Не знаю, ребят. Вообще, напишите, Hunter x Hunter — это прям годное, да, какое-то аниме, прям топ из топов. Прям входит, да, в элитную составляющую аниме-индустрии. Сколько серий там? Наверное, до хрена. Наверное, очень много. Потому что, судя по тому, что я увидел, персонажей много, плюс манги, раноби, конечно, присутствует. Тем более, вы мне писали в комментариях, что Enigma тот еще профессионал творить из манг и оживлять их, прикинь? Оживлять! Я не представляю, как он это делает, но он оживляет! Он оживляет манги и раноби! Это вообще, прикинь, оживляет! Профессионал. Воительница Рахата тоже твое мнение, конечно же, нужно. Надеюсь, ты посмотришь эту реакцию. Все-таки это твой персонаж. Нужно посмотреть. И, само собой, напиши, догадался ли я хоть в чем-то. И как тебе, вот ты как такая вот усердно докапываешься до всего. Как тебе эта работа? Я думаю, ты здесь тоже не сможешь до чего-то докопаться, потому что все сделано грамотно, элитарнейшим образом. Да, 6 звезд. 6? Вот тут звезда у него есть, у нашего Хисошки. Тут 6 звезд. Есть 6 звезд, и это 6 звезд из 6. И с музыкальной составляющей, и с составляющей смысловой нагрузки, я уверен. Так я не понял, субтитры есть или нет. Ну вот здесь они есть, но они здесь вот как-то написаны, я не знаю. Настройки, я не разбираюсь, как тут, что. Субтитры. Португальский, испанский, английский нету тут, походу. Языка, который мне будет известен, увы, ах. Ну ладно. Кто эти мальчики?
Почему он так себя ведет? Много вопросов, на самом деле. Обнял каждого, друзья, мы к портам прощаемся. Это было шикарно. Хисошка ваш, конечно. Тот еще перец. Перчик. Очень горяч. Очень горяч. Обнял каждого, прощаюсь. Со мной был Хисошка, конечно, Энигма и я, Экпорт. Анимедик, спасибо за заказ. Обнял, поцеловал, пиши, как тебе моя реакция. Обнял каждого, добра абсолютно всем. А, друзья мои, не болейте. Я вот недавно выздоровел. Вы, надеюсь, не болеете. Если болеете, то выздоравливайте поскорее. Обнял каждого. Надеюсь, вы подняли настроение со мной. Пока. Щух. Пау. Пока-пока, друзья мои. Обнял каждого из вас. Энигма, красавец, такие работы делать. Я в шоке. Пока.